Он кожаный? Фабричный. Нет, кожа или кожа? Да, да. Какая модель интересует? Да не знаю, смотрю. Что хочешь? А все размеры есть? Да. Он тоже кожа? Да. А кто производитель? Белоруссия. И что стоит? 3200. Они куда могут тебя платить только? А такие? А? 400. Ваш сотрудник говорил, что белорусский. И что это кожа. Фабричный китал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорили. Что за цирк, мужики, вы тут делаете? Вы же чуваки. Что вот это за цирк? Кто камеры, цирк? Не камеры, что делаете? Ну вы же говорили, что Белоруссия. Что за цирк? Что ты чокаешь? Ну ответь, если человек спрашивает, ответь, что ты брал, ты не брал. Я ему что-то отвечал. Сейчас подъедет полиция. Он подъедет с полицией, пообщаюсь, он кто. Да. Зачем вот это с телефоном? Зачем? Конечно, нельзя. Китайского опыта. Ты сам говорил, что Белоруссия и кожа. 29.11.22. Ну вот, я тоже. Ты должен, как в системе вот этого, на должен биться. Ну да, нет тут вообще на голову. А здесь вообще и на коробок нет ничего.